Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию программ, которая называется «Научная платформа». Мы рассматриваем на этой передаче вопросы, связанные с технологическим сегодня и с технологическим будущим железнодорожного транспорта, как одной из важнейших транспортных систем нашей страны, да и всего мира. Мы изучаем технологии, физические свойства, экономику и общественную реакцию на работу железнодорожного транспорта во всем ее проявлении. Поэтому сегодня мы возьмем вопрос, который является одним из основополагающих для технологического развития железнодорожного транспорта. Вопрос об энергии. Энергии транспорта. Что это такое? Как она формируется? Как она утилизируется? И как сделать так, чтобы она использовалась наиболее эффективно в нашем технологическом процессе? Итак, научная платформа. Мы начинаем. Говоря об энергии, мы все знаем из общеобразовательного или специального курса физики, что энергия позволяет веществу преобразовываться из одного состояния в другое или из одного вида движения в другое. При этом энергия, мы знаем, бывает химическая, механическая энергия, энергия природная, то есть энергия Солнца, которая является основой всех видов энергии, которые на этой Земле существуют. Но мы сегодня будем рассматривать те виды энергии, которые позволяют сформировать технологию, которой мы пользуемся, не замечая то, откуда она берется, как она расходуется, какие она дает результаты и как сделать так, чтобы эта энергия появлялась более эффективно, более доступно и более дружественно к Земле и к обществу, в котором мы с вами живем. Ну, прежде всего, начнем с самого-самого исторически главного – возникновения железных дорог. Железные дороги возникли только тогда, когда появилась возможность обуздать химическую энергию углеродного топлива и превратить ее в энергию пара, а затем энергию пара превратить в механическую энергию, которая на паровозах стала движителем, превращая поступательное движение паровоза. Эта энергия в течение более чем 100 лет была главным, если не единственным, видом энергии, используемым для перемещения на железнодорожном транспорте. В то время как уже в XIX веке появилась электрическая энергия, которая сначала была связана с гальванической или химической системой появления или химическими источниками возникновения и производства энергии, а затем и электромагнитной, электродинамической системы. Если говорить о энергии углеводородного топлива, то прежде всего это паровозы. Ну, говоря о паровозах, мы можем тоже вспомнить их как очень добрые, красивые. Я скажу, что до сих пор, наверное, с точки зрения эстетики, какой-то гармонии с человеческим образом, паровозы, наверное, являются лучшим видом тяги. Но недаром и паровозы так любят в кинофильмах, в музеях и так далее. Паровоз – это техника, которая на самом деле единственная техника, в которой органы движения являются доступными для взгляда человека. Мы видим, как какой-то силой движутся колеса, вот эти рычаги, шатуны, они вот, они у нас на глазах, и мы видим, с какой силой эти колеса начинают вращаться и придавая движению сначала паровоза, а затем и поезда поступательное движение. Все это очень, с одной стороны, просто. Энергия, химическая энергия угля или нефти, мазута,
а превращается в энергию пара. Энергия пара благодаря давлению на поршень превращается в механическую энергию. И механическая энергия через шатунно-поршневой механизм начинает вращать колеса, которые достигают соответствующей мощи, силы и скорости. Мы все должны, рассматривая энергию, мы должны понимать, как эффективно эта энергия расходуется. Но, к сожалению, энергия пара, энергия паровозов расходуется очень неэффективно. Часть энергии, которая расходуется полезно на паровозе, находится в диапазоне всего 8-12. Ну, на лучших образцах, в лучших элементах движения паровозов 15%. А остальное в тепло, в пар превращается. Поэтому естественно, что человечество пыталось найти другие виды энергии, которые позволили бы двигать подвижной состав с большей эффективностью. Эта энергия нашлась в нефти, которая благодаря переработке, крекинг-процессам прежде всего, перерабатывалась сначала в мазутное, потом в дизельное, потом в бензиновое топливо. И эти виды топлива оказались гораздо более энергетически эффективными. И КПД тепловозов, которые базируются на использовании дизельного топлива в соответствующих энергетических установках, называемых дизелями, то есть энергия взрыва топлива дизельного отжатия приводит к движению поршня, а дальше практически тот же самый процесс переработки через механические редукторы приводит либо к передаче непосредственно к колесу, это так называемая механическая передача, которая мало используется на железнодорожном транспорте, через передачи через механические редукторы, либо передача через гидравлические системы, то есть гидравлические агрегаты, гидравлические редукторы, которые позволяют смягчить и усилить механические воздействия, которые передаются от дизельной установки, но тоже имеют ограничения свои и по мощности, и по габаритам, и по возможности эксплуатации, либо передаются на генератор, и генератор вырабатывает электроэнергию, а дальше тепловоз становится электровозом. То есть эта электроэнергия передается через систему электропередачи на тяговые двигатели, и каждый из тяговых двигателей двигает свою колесную пару, либо пару колесных пар, если это на тележке находится. И электровоз, тепловоз приходит в движение. Чем отличается электровоз от тепловоза? Прежде всего, что в тепловозе энергия используется непосредственно на борту подвижного состава. То есть тепловоз сам является фактически дизельной электростанцией. Он вырабатывает тепло, у него есть баки с дизельным топливом. Благодаря этому запасу топлива, топливо подается в цилиндры дизеля. Дизель вырабатывает соответствующую механическую энергию, которая передается на генератор. У электровоза или электропоезда. На самом деле электропоезд – это тот же электроподвижной состав, только тяга которого распределена по вагону. Если электровоз – это силовая установка, которая сконцентрирована в одной экипажной части, то электропоезд – это силовая установка, которая распределена по всему поезду. Либо несколько вагонов в поезде имеют тяговые двигатели, либо бывают такие, где все оси являются ведущими. Так вот, электровоз отличается от тепловоза только тем, что он электроэнергию получает в готовом виде. По большому счету, тепловоз сложнее техника, чем электровоз, потому что тепловоз – это и электровоз, и это дизельная установка, которая работает по выработке электроэнергии. У электровоза, электроподвижного состава, электрическая энергия производится где-то далеко, может быть, в Сибири, а может быть, на Урале и так далее. И по линиям высоковольтной передачи передается на тяговые подстанции, перерабатывается в необходимое напряжение,
И это напряжение через контактную сеть, через пантографы, токоприемники, которые у электровоза, передаются уже сразу же на силовую установку электровоза, перерабатываясь, так сказать, в нужные частоты, в нужное напряжение и в нужную величину силы тока и передаваемые на электрические двигатели. Здесь важно понимать, что ограничениями движения, ограничениями использования энергии является вся цепочка. То есть, когда мы говорим о КПД тепловоза, то с учетом того, что тепловоз это все-таки имеет тепловую установку, имеет большие потери, имеет целую цепь передачи энергии, то есть энергия химическая превращается в механическую, механическая в электрическую, электрическая через систему передачи передается на тяговые двигатели, в каждой из этих цепочек есть потери. В электротяге эта система несколько другая. В электротяге потери возникают гораздо на более распределенном в пространстве маршруте, если так можно сказать. Ну, во-первых, электроэнергия производится на электростанциях. Электростанции бывают разными. Бывают атомные, бывают гидроэлектростанции, бывают тепловые. А тепловые станции – это тоже либо сжигающий уголь, либо сжигающий мазут, практически как на тепловозе, либо сжигающий природный газ. И, естественно, вот эта углеводородная природа всегда ниже и имеет эффективность, чем гидроэлектростанции, к примеру, которые используют энергию падающей воды, то есть поток, сила падающего потока воды, или ядерная энергия атомных электростанций. Но самая проблема состоит в том, что энергия в виде электрических или потока электронов, электрических зарядов, перемещаемых по линиям электропередачи, теряется по ходу. Теряется от тех внутримолекулярных взаимодействий, которые осуществляются в проводнике. В процессе передачи электроэнергии от электростанции к электровозу есть несколько маршрутов электроэнергии, в которые она теряется. Прежде всего, линии электропередач высокого напряжения. Я недаром сказал, что, может быть, электростанция находится в Сибири. У нас же единая энергетическая система, да? И часть энергии, которую мы потребляем здесь, в Москве, наверняка поступает и из Сибири тоже. И вот на этом маршруте, многотысячном, километровом, или даже если этот маршрут сотни километров, потери электроэнергии достаточно велики. А далее электроэнергия для того, чтобы передать большую мощность, подается большим напряжением. 110 кВт, 220 кВт. И эти потери, к сожалению, приводят к снижению эффективности электрической тяги. И когда доходит дальше трансформаторы, тяговые подстанции, которые через каждые там, 30-50 километров. Но трансформаторы – это тоже устройство, которое имеет потери. А дальше сама линия передачи, а дальше контактная сеть, а дальше энергосистема сама бортовая, которая либо выпрямляет электроэнергию из переменного в постоянный для того, чтобы подать постоянное напряжение на тяговые двигатели, либо преобразует величину этого напряжения, тоже имеет потери. Итак, доходит до тягового двигателя и реализуется с тяговым двигателем на электровозе ну, те же 30-35%. Хотя КПД самого электровоза, если считать поступаемая энергия и реализуемая энергия колеса, ну, целых 80%. То есть где-то до 50% энергии в процессе переработки теряется. Отсюда научная и практическая задача. Создание систем генерации, линий передачи, устройств трансформации, устройств регулирования на борту электроподвижного состава, которые имели бы наименьшие потери. Вообще без потерь не обойтись. Раз энергия расходуется, это значит, есть потери. Да? Ну, в таком квази
понятие. На самом деле она все равно дает какой-то результат, нагревается трансформатор, тепло. Другое дело, полезная эта энергия или вредная в данном случае. Мы рассматриваем только полезную энергию, которая позволяет двигаться, двигать подвижной состав. А сейчас я готов ответить на несколько вопросов, которые вас интересуют, а для меня будут очень интересны. Пожалуйста. Здравствуйте, Максим меня зовут. Студент 5-го курса тепловозной тяги. Вопрос у меня такой. Насколько актуален вообще переход с дизельного топлива на использование природного газа вообще в тепловозной тяге? Спасибо. Очень хороший и правильный вопрос. Природный газ является органичным дополнением, в некоторых случаях заменительным дизельного топлива. Значит, есть две схемы. Первая схема – гибридная схема. Когда природный газ добавляется в камеру сгорания, улучшает процесс сгорания, увеличивает давление, соответственно, да, и повышает КПД дизеля, попутно улучшая экологические последствия сжигания дизельного топлива. Газ тоже не является святым, как говорится, по своей природе. Он тоже дает углеродное загрязнение, но на порядок ниже, чем дизельное топливо. И это первый вариант, который достаточно широко сегодня, если не используется, то экспериментируется. У нас уже много таких установок, в том числе и в России. Наш ВНИИШ занимается такой гибридной дизельной установкой. И второй вариант – использование чистого природного газа в качестве силовой установки на локомотиве. Уже назову локомотив, чтобы не путать с дизельным тепловозом. Да? Хотя это все равно тепловоз. Природный газ в данном случае используется для передачи химической энергии газа на турбину. Турбину и высокотемпературный, так сказать, след сгорания газа передается на турбину, турбина вращает генератор, а дальше все как у электровоза. У электровозика все равно мы к ним приходим. Кстати, электровоз появился гораздо раньше, чем тепловоз. Вы, наверное, знаете это. Что электровоз, наверное, лет на 40, если не на 50, старше, чем тепловоз. Хотя по иерархии мы как-то считаем паровозная тяга, тепловозная, потом электровозная. Но на самом деле это не так. В стране у нас создан один из первых в мире газотурбинных локомотивов. Первый сейчас строится, второй. Рекордной мощности, которой не добиваются и тепловозы, но, к сожалению, с турбиной, которая приспособлена от, ну, назовем это, от воздушного транспорта. Самолетная турбина. И она имеет некоторые последствия неудовлетворительные для эксплуатации. Во-первых, очень шумит. Очень сильное воздействие. Во-вторых, режимы, которые нужны для управления поездом, они не такие, как режимы для управления самолетом. Вы знаете, что режимная карта поезда, если по ее рассматривать по используемой энергии или по используемой мощности, она выглядит вот таким образом. И не синусоидно, потому что, ну, во-первых, есть разные скорости по требованию поезда, во-вторых, есть подъемы, спуски и так далее, и мощность тоже меняется, да, и для поддержания единой скорости, допустим, на подъеме мощность должна увеличиваться, все время на спуске она должна снижаться, и это все, вот в случае с газотурбинным двигателем это гораздо более сложнее. Более того, тепловоз после запуска сразу готов к работе. С газотурбинной установкой пока это еще не совсем так. Она должна разогреваться, приводиться в соответствующее рабочее состояние. Но перспективы есть. И самое главное, что есть два фактора. Первый фактор – это экология. Это лучше, чем дизельное топливо. Второе – это теплотворная способность природного газа выше, чем дизельного топлива, а, соответственно, мощности в габаритах локомотива можно добиться больше.
Поэтому перспектива есть. Это тоже может быть очень хорошей темой для дипломного проекта или магистерской диссертации. Спасибо. Здравствуйте, Борис Моисеевич. Меня зовут Григорьев Павел Леонидович. Я студент первого курса электроподвижной тяги. Хотел бы задать такой вопрос. Может ли сама железная дорога являться источником энергии? Если да, то как? Спасибо. Очень хороший вопрос. Поскольку выработка электроэнергии является в значительной степени результатом какого-то вида движения, движения электронов, движение якоря генератора вокруг магнитного поля, да, или в магнитном поле и так далее, то сразу же напрашивается вопрос, а поезд, двигаясь, вообще он не может сам быть источником энергии, не только потребляя ее, но и производя. И здесь есть хорошая перспектива и хороший положительный ответ. Да, уже сегодня электрическое устройство тяговой системы электровозов позволяет за счет так называемой рекуперации, то есть переключения работы двигателей в режим генерации, возвращать в контактную сеть от 7 до 10% электроэнергии, которая потребляется. Конструкция электрического двигателя и конструкция генератора, в принципе, это одно и то же. Принципиальных различий нет. Различия в мощности, различия, значит, в объемах и так далее. Но двигатель постоянного тока, к примеру, может работать генератором, если к обмоткам, на которые в нормальном режиме тяги подается ток, и он превращается в поступательное движение якоря, да, то если электровоз катится, грубо говоря, под горку, вообще на термин локомотивный это на выбеге, находится, да, то есть выбег без включения энергетической установки, то вот это движение тягового двигателя по инерции, если его нужно поезд затормозить или снизить скорость, то это движение может превращаться в генерацию энергии. Каким образом? Тяговый двигатель крутится от колес уже, да, в любом случае. Значит, в нем наводится в самом якоре электрическая движущая сила, ЭДС, да, и через магнитное поле передается на обмотку статора, и уже с этого статора снимается и передается в контактную сеть или в накопители аккумуляторные в виде электроэнергии. И сегодня это уже реальность, которой вот я назвал цифру, там около, вокруг 10%, по крайней мере, от 8 до 12, а то, может быть, 15%. Это зависит от того, какой профиль. Если там, где много уклонов, эта величина больше, где этих уклонов мало, плоская платформа, то эта величина будет меньше. Так что, да, но это еще не все. Сам поезд, двигаясь, вызывает движение воздуха. Причем движение воздуха все мы знаем, да, высуньте руку из автомобиля, из окна поезда. Мы знаем, что это очень серьезная, так сказать, тоже энергия, которая, значит, куда-то должна деваться, куда-то девается. Так вот, эту энергию можно на участках торможения использовать. Ну, представьте себе, вот мы знаем, ветряки стоят, которые от ветра крутятся и вырабатывают электроэнергию. Если поставить такие ветряки другой конструкции, с другими пропеллерами, с другими конструктивными решениями, поставить на участке, где поезд тормозит, и вот этот ветер создается, он может вырабатывать через эту конструкцию этих генераторов воздушных тоже электроэнергию, которую можно возвращать назад, либо использовать вот в метрополитенах некоторых стран стоят зарядные устройства или освещение, и где таблички висят, что эта электроэнергия выработана самим поездом, то есть как бы зеленые технологии, то есть эко-френдли, как сейчас говорят, да? Это второй вариант. Но это, конечно, реалистично можно использовать, скорее всего, в метрополитене. Но есть и другие способы. Знаете, поезд двигается по рельсам. От колеса на рельс, от рельса на подошву шпала, от шпалы на призму верхнего строения пути осуществляется давление. Каждое колесо стучит,
давит и возникает колебательное движение. Вот научиться ловить это колебательное движение для того, чтобы превратить это механическое колебание в электрический заряд, в электрический ток, возможно. Я вам скажу, что несколько лет назад я возглавлял институт в НИИШТ, и мы сделали такой эксперимент. Я прочитал в одном из журналов, что в Голландии есть дискотека, на которой молодежь танцует и вырабатывает электроэнергию для освещения. То есть есть нажимные генераторы под полом стоят, и молодежь сама себе, так сказать, создает электрическую генерацию. Мы списались с этими учеными, производителями, купили у них несколько этих нажимных генераторов, поставили в проходной под полом эти генераторы, поставили табло, поставили счетчик шагов, поставили вольтметры, поставили счетчик выработанной мощности. И каждый работник, проходя на работу, видел, что там стрелка отклоняется, что он вырабатывает энергию. Конечно, это маленькие величины. Это маленькие величины, потому что у нас нет пока вот таких нажимных генераторов, которые были эффективны. Да? Прежде всего из-за того, что пока эти генераторы сделаны, как вот фонарики такие были, я не знаю, сейчас они есть или нет, такие нажимные, пока это не очень эффективная, так сказать, сама механика этого генератора. Да? Но перспектива абсолютная, потому что, к примеру, на переездах абсолютно бесполезно расходуется вот эта энергия, да, которая могла бы на переезде ее воспринимать и, так сказать, хотя бы освещать переезд, давать энергию для подъема и закрытия шлагбаума. Но здесь есть одно «но». У нас был один ученый, который написал предложение, что вообще надо поставить вот такие ветрогенераторы на каждый поезд, и чтобы при движении поезда вырабатывалась электроэнергия и возвращалась в контактную сеть. Но это, как вы понимаете, закон сохранения энергии – это противоречие. То есть если будет вырабатываться энергия, значит, будет возникать сопротивление, которое будет уменьшать эффективность использования электрической энергии тяги. То есть на эту величину у нас будет повышаться затраты энергии на тягу. Поэтому самое эффективное использование движения на железнодорожном транспорте – это при торможении, либо возможности от давления на рельсы и верхнее строение пути. Спасибо. Мы сегодня рассмотрели вопрос, который является основополагающим для понимания того, как работает железная дорога, какие у нее есть проблемы и какие перспективы связаны с использованием энергии. Виды энергии, которые мы сегодня рассмотрели или которых мы сегодня коснулись, конечно, не исчерпываются этим перечнем. Существует в физике достаточно много резервов, которые сегодня являются чисто теоретическими, но, тем не менее, и вопросы, связанные с перспективное внедрение водородной энергии, энергии атома, они являются не праздными вопросами, а вопросами, которые открывают перспективу для того, чтобы железнодорожный транспорт стал более эффективным, более энергоэкономичным, соответственно, более удобным и дешевым и полезным для наших людей и для нас с вами. Спасибо большое за ваше внимание.